Три поколения, три жизни, три взгляда. У художниц из республики Мариэл, Любови, Ольги и Кристины Таланцевых, бабушки, дочери и внучки, своя манера письма, свои сюжеты, стиль и ракурсы. Но все работы объединяет одно – любовь к родному краю, природе, философское восприятие жизни. Ольга очень красиво и очень сочно, могуще описывает родную природу, русские поля, цветы, какие-нибудь сныть, одуванчики, васильки. Бабушка очень хорошо показывает какие-то тропинки, палисаднички, такие стены родного домика, а живут они все в Космодемьянске. Кристина Таланцева учится в Академии художеств имени Репина в Санкт-Петербурге, и у нее уже виден свой авторский почерк. Ее работы символичны, повествовательны, представлено и много портретов. Картины художниц радуют глаз насыщенностью цветов, красивыми натюрмортами и пейзажами. Перед каждой работой можно стоять долгое время и переноситься и на уютные улочки купеческого города, и на берег Волги или в зеленые леса. Еще в этом есть какая-то, опять же, идея о том, что нужно беречь свою родную природу. И есть какое-то в этом хрупкое состояние, и нужно это как-то созерцать, любить, ухаживать, как я же сказала, беречь. И это читается в их работах, и это очень тонкая лирическая нитка любви к родной природе, но при этом она как-то объединяет, и действительно очень много положительных отзывов от того, что радует, то есть несут какую-то улыбку. Работы Ольги Таланцевой выставляются в Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Пекине. На выставке «Три взгляда» представлены порядка 40 работ. Экспозиция продлится до 28 октября, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.